Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Сегодня я хочу вас познакомить с работами и немножко биографии художника Морис Дени. Француз, родился в 1870 году. Отец был железнодорожником, мать работала модисткой. Родители уезжают из Нормандии, переезжают в район Парижа, Сен-Жермен-ан-Лье. Дени продолжает учиться, продолжает образование в лицее Кондорсе. Лицей Кондорсе – это один из четырех наиболее старых и лучших парижских лицеев, расположен в 9-м округе столицы Франции, в здании бывшего монастыря Капуцинов. Так, ремарка. В 1888 году поступил в Академию Жулиана, затем в Школу изящных искусств. Берет уроки живописи, копирует работы других мастеров, увлекается лекциями по философии, трудами Берсона и Шопенгауэра. Дружит с художниками Серюзье, Рансоном, Бонаром, Русселем, Вюэйром. Образовывает группу Наби. Группа Наби или Набис «Избранный» – это название предложено поэтом Анри Казалисом или Казалисом. Французская художественная группа, основанная Полем Серюзье, существовала в Париже в 1890-1905 годах. Набиды наравне с импрессионистами представляли собой одно из главных направлений искусства 19-20 веков. Они создали своеобразный вариант стиля модерн под влиянием Поля Гогена и Понт Авенской школы. Одна из заявленных целей группы Наби, избранной в переводе, состояла в том, чтобы сломать барьер между искусством и обычной жизнью, в частности, различие между декоративным искусством и традиционной танковой живописью. Художники создавали экраны, фрески, обои, гобелены, посуду, абажуры, украшения для мебели, театральный декор, дизайн костюмов, графический дизайн для рекламных плакатов. Характерно религиозно-мистические настроения характеризуются главенством цветового начала, декоративной обобщенностью форм, мягкой музыкальностью ритмов и плоскостной стилизацией мотивов искусства различных народов, французского народного искусства, японской гравюры, итальянских примитивей. Я зачитываю то, что написано в Википедии о группе Наби, или, как переводится, «Пророк избранный», которая создала своеобразный вариант стиля модерн. Дени поддерживает тесные контакты с поэтами-символистами, композиторами и театром авангарда. Сами они одеваются в экзотические одежды, проводят сеансы спиритизма и обсуждают на своих собраниях проблемы искусств. Видимо, действительно, в то время это было модно. Экзотические одежды, сеансы спиритизма, ну и так далее. Морис пишет статьи, которые публикует издатель авангардного журнала «La Revue Blanche». Он формулирует идеи нового искусства как провокационного. Говорит, что его будут цитировать даже десятилетия спустя представители других модернистских течений, связывающие свое искусство чистотой цвета и формы. Несколько его высказываний. Символизм – это искусство выражать с помощью классических знаков и внушать с помощью живописных средств, идей, ощущений и чувств. Картина, прежде чем стать боевым конем, обнаженной женщиной или какой-то историей, по сути, плоская поверхность, покрытая цветами в определенном порядке. Кстати, воссозданный в 2019 году в Эрмитаже ансамбль «История психеи» находилась в бывшем особняке Морозова. Надо сказать, что на Морис часто в качестве модели использует свою жену в свадебном путешествии. Они совершают по Британии. Во время этой поездки он создает свои лучшие картины, моделью для которых становится Марта. Он женится на Марте Мертье в 1893 году, и она становится матерью его семерых детей. Путешествует в Германии, в монастырь Бейрон, где изучает секреты искусства бенедиктинцев, которые основаны на геометрии и священных мерах. Знакомится с Сезаном Ренуаром. Переезжает в Москву на некоторое время, чтобы установить заказчику серию панно «История психии». В 13 году Дени работал над росписью потолков театра на Елисейских полях, а в 1917 расписал церковь Сен-Поль в Женеве. Покупает в Британии виллу, где периодически проводит по несколько месяцев. Через некоторое время умирает его жена Марта. Дени женится повторно на Элизабет Гратероу. От этого брака у него будет еще двое детей. Основывает мастерскую церковного искусства. В 20-е и 30-е годы в основном оформляет церкви, пишет труды по теории искусств, читает лекции, путешествует. В 1924 году расписал купол Пти-Пале, а еще через 4 года выполняет роспись плафона лестницы здания Сената в Париже. В
1932 году художник получил звание Академии живописи. Будучи теоретиком символизма, он опубликовал множество статей, объединенных в книге «Теории и новые теории. История религиозных искусств». Ну, закончил свою жизнь. Он трагически попал под колеса сбившего его грузовика в 1943 году. Ну, вот вкратце все, что я вам хотел рассказать, что я нашел в Википедии. Показать картины художника, символиста, иллюстратора, историка, теория искусства Морис Дени. Все, пока, всем привет, до свидания, пока-пока.